Я, короче, все сделала, все свои дела. Вот, смотрите, кабинка, видите, идет. Да, спускается. В общем, сейчас я пойду туда, значит, заплачу, я посмотрю, что это. Видите, видите, кабинка поднимается, вот. Типа такая фуновия, видите, получается. Видите, видите. Вот, в кабинке я поеду туда, на самый верх, и буду все-все снимать. Вот смотрите, скобы покажу вам здесь, видите, скобы, уходящие в камень, видите, туда, смотрите, вот. А там нет скоб, я уже обратила внимание, смотрите, одна труба всего, да. Короче, уже очень резко стало тепло, вообще. Абсолютно другая температура, посмотрите, какие маленькие арочки тут, смотрите. Скоб тут никаких нету, есть какие-то, типа, дырочки, видите, отверстия такие, арочки маленькие, да? Ну ладно, все, что, идем, идем. Блин, не посмотрела я, во сколько мне надо уезжать отсюда, блин. Так, тут тоже, видите, арка внизу, как бы, получается. Смотрите, смотрите, тут все. Ветер вообще теплущий, ребята. Я где-то как на зиму, кстати, как тут тоже, да, теплый. Ну, и, смотрите, маленькие две скобочки, видите, не выросли еще. И там кольца тоже. Ладно, все, идем. Видите, там стена тоже, видите? Смотрите. И дом прикреплен к стене. Там что, типа? Как будто там еще поезд. Блин, я не удивлюсь, там еще железная дорога. Ладно, все, пошли. Идем. Посмотрю, что, как, сколько стоит, блин. Потому что я прочитала, что стоит 24 евро, но там со всеми этими... Со всеми музеями. А мне эти музеи, что-то вообще, честно говоря, там, кстати, Данте тоже выставка. Зачем нам эти Данте, блин, нужны? Вот. Смотрите, везде вот такие одинаковые вот эти вот маленькие арочки, да? Так, билетерия, фото демена, не-не-не-не-не. Смотрите, смотрите, как туда, видите? Мост. Смотрите, тут что? Надо вообще все смотреть, здесь какая арка, да, вниз. Видите, идет. Кстати, там камень. Тут все кладка, кладка. Кстати, какая огромная кладка тут. Кстати. Кстати. Что такое? Кто там с барбеком? Может помолчать, блин. Немножко хоть, блин, все какую-то сенсацию делают из нормальных вещей. Но это не нормальная вещь, просто их много везде в Италии. Везде. Да и не только в Италии, но как бы так, как мы в Италии живем. Так, тут арку не видно эту, видите? Тут, посмотрите, 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 какая мегалитическая стена. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот. Нашла на там Бальбек, блин. Вот, посмотрите. Огромнейшие блоки. Посмотрите, вот этот какой, посмотрите. Поглядите, какой этот. Мне даже не влезает экран. Гранит такой огромный. И дальше идут, посмотрите, мегалитические огромные. И дальше, смотрите, еще ниже, и еще идет стена. Ну, как обычно, я говорю, что стена. Вот, посмотрите, посмотрите. Какая огромная кладка. Посмотрите. Огромнейшие, огромнейшие блоки. Вот. И тут еще отверстие. Слушайте, ну ветер прекрасный вообще. А там как будто оторвано, да, смотрите, да? Как обычно тоже бывает у нас. Видите, у нас оторвана стена. Вот, посмотрите, тут все шрапели какой-то, да, смотрите, стреляли, да, наверное, не знаю. Да, видите? Вот, пожалуйста, мегалитическая кладка. Что хотите, вот, пожалуйста. Теперь буду каждый раз, чтобы вы поняли многие, что, ну, тот, кто смотрит и там, на двух табуретках сидит, да, чтобы вы поняли, что это нормально. Это дофига вот эта мегалитическая кладка. Я ее уже не знаю, сколько сняла. Вот. Так, сейчас будет гринпасик проверять. Вот, поэтому мне придется отключиться, потому что в телефоне я забыла, что у меня на телефоне этот. Ну, кстати, ее там еще типа бонец такой, да? Ой, ладно, ребятушки, пока отключаюсь и пойду билетик покупать, потом сразу же включусь. Пока-пока.